Добрый день, меня зовут Светлана Ланса, и я занимаюсь современной ботанической живописью. Обычно все начинают изучать вообще ботаническую живопись с изображения одного предмета. И, соответственно, мы сейчас научимся, как этот один предмет закомпоновать так, чтобы у нас получилась работа настоящая, произведение ботанического искусства. Как вы видите, у меня большое внимание уделено поиску объема между прожилками. И я расскажу про самые основные 4 техники. 3 из них самое главное, и 4-е это вспомогательное. В этом уроке мы нарисуем яблоко, посмотрим, какие цвета в нем будут использованы. Простые цветы мы будем рассматривать на примере моего одного из самых любимых цветков. Это тюльпан. Ботаническая живопись – это очень красивое направление, которое включает в себя очень много интересных техник. Я советую посмотреть все лекции, все уроки, вдохновиться, подобрать себе интересную натуру и потом просто выполнять задания уже по порядку, не спеша, потихонечку, и присылать мне, я с удовольствием все прокомментирую и подскажу, куда двигаться.